мы обязаны выходить и обязаны требовать свободу всем тем, кто сейчас сидит в тюрьме. Свободу всем тем людям, которые борются и боролись, продолжают бороться против режима Путина. Это все те политические политзаключенные. Это главный враг Путина Алексей Навальный, которого медленно, но верно убивают в тюрьме. Мы обязаны требовать его свободу. Его имя должно звучать, чтобы его не забыли. Должны звучать имена всех тех людей, чтобы их не забыли. Гаринов, Яшев, Чанышева и. Очень важно. Поэтому мы сегодня здесь, и мы сегодня здесь, чтобы показать, чтобы требовать от Германии поставки тяжелого вооружения для Украины, потому что только так Украина сможет победить, защитить себя в первую очередь, и демократию, и весь свободный мир в том числе. Путин, хуйло! Путин, хуйло! Путин, хуйло!